Melody's her name. Little mouse on the prairie, countryside will never ever be. Приключения полевого мышонка. «Без ума от театра». Автор сценария Бетти Бирни. И крылатый воин спас заколдованный лес от лунян. И все жили долго и счастливо. Вот здорово! Понравилось? Я люблю эту книгу и хотела бы оказаться на месте героев. Так в чем дело? Можем поставить свой спектакль. Отличная идея! Всегда мечтала быть актрисой! Нужны костюмы. Сцена, грим и что-то еще. Актеры. Начинаем! Да, будем репетировать. Спасибо за одежду, мисс Мерси. У нас есть костюмы. Удачи, дорогая. Наша сцена будет лучшей. И лунная фея сказала... Что сказала Шлёп? Очень вкусная конфета. Нет, сказала, ведите нас к королю. Все, сценарий готов. Несу костюмы. Луняне, деревья и костюм матушки природы. Так, можно начинать репетировать. Есть одна проблема. Не очень удалась концовка. Да, хорошо жить. Да, конечно, только очень тяжело. Кол, я хочу лимонада. Сейчас, беси. Вот мы и на Земле, уничтожим эту планету. А все деревья и цветы увезем к себе домой. Тебе нравится? Уничтожит планету? Увезут цветы! Здесь не так, как у нас на Луне! О, на Луне! Беси! Эй! Они захватят Землю! На помощь! А? Кол, где мой лимонад? Какой лимонад? Здесь пришельцы, инопланетяне! Думаешь, это достаточно веская причина, чтобы забыть лимонад? Ясно. Лентяй, я схожу за ним сам. Ну и лентяй, ничего не может сделать. Земляне не знают, что их ждет. Спрячемся в лесу и захватим завтра Землю. Спасите! Спаси их меня, Кол! Кол, спаси меня! Ведите нас к королю. Спасите! Слышали? Кто-то еще репетирует. Наверное. Продолжим учить слова луняне. Неужели правда? Знаешь, я слышал. Помогите! Что с вами, ребята? Луняне прилетели, они хотят напасть. Ты уверен, Биси? Точно! Своими ушами слышал. Да, надо их задержать. Думаете, я вам поверю? Это выдумки. Что ж, придется сражаться с ними в одиночку. Но беси, я боюсь. Знаю, наберись храбрости. Кажется, беси и Кол мало спятили. Шлёп, ты будешь крылатым воином. Если смогу взлететь в костюме. Эпизод, где ты должен взлететь и спасти заколдованный лес от лунян, самый сложный в нашей пьесе. Может, потренируешься? Разумеется. Видишь их, Кол? Нет, но чувствую, что луняне где-то близко. Воздух! Они наступают, Кол, в укрытие! Я такой неуклюжий в этом костюме. Может, Блоссом его переделает? Что-нибудь видишь, Кол? Зеленые листочки. Нас не найдут. Здесь безопасно. Нас окружили враги. Ты про луниан? Не только. Еще великан и его дружок. Говорящие деревья? Невероятно. А
они говорят, Биси? Глупые и гадкие недоумки. Оу, они говорят о нас. Они сговорились. Деревья на их стороне. Ай, держи меня, Биси, я падаю. Но костюм такой тяжелый. Надо отдохнуть. Вот где можно приземлиться. О! Держите ровно. Так. Блоссом, я беспокоюсь за концовку пьесы. Не бойся, что-нибудь еще придумаем. Лунная фея. Что-нибудь видишь, Биси? Мы уже около дома. Но... О, нет! Пугало уселось на нашу крышу! Что же делать? Бежать! Спасите! Спасите! Что ты там видишь, Биси? Сюда идут деревья! Нас окружают! Можешь быстрее! Это не так просто. Не опоздать бы! Надо добраться до города и встретить лунян. Надеюсь, успеем. Нас окружили, Кол. Бежать некуда. Это конец. Мне страшно. Кол, мы должны спасти город. Мы? Да, мы. Мы будем великими героями. А сейчас приказываю спрятаться в стол. Слушаюсь, Биси. Неужели нам покажут настоящий спектакль? Неужели мы покажем настоящий спектакль? А вдруг я испугаюсь? Почему? Некоторые боятся публики. У нас здесь пугливых нет. Ой, Озгуд, а концовка? Она не доделана. Пустяки, Твизл. Шоу должно продолжаться. А сейчас, Озгуд, шоу должно начинаться. Ой. Леди и джентльмены, минутку внимания! Ой, мне уже нравится. В нашем лесу появился злодей. Кто он такой, никому не известно. Этот злодей обижает зверей. Такому у нас не место. Мы пьесу сегодня сыграем для вас о том, как герой нашу землю спас. Какие деревья, чудо! А это кто? Блоссом. Она матушка природа. Разве она не прелесть? В лесу у меня много друзей. Мы играем целый день. Они хорошо играют. Какой замечательный нынче день. Но что там за странная движется тень? Ветер ревет. К нам кто-то идет. Раньше было жить так спокойно. Жили тихонько и привольно. Не с места, мы пришельцы с Луны, мы вас захватили. О боже, кошмар! Что с нами будет? Ведите нас к королю! Ни за что! Мой народ так просто не сдается! Верно, Кол? Верно! Хорошо играют? Очень, особенно Кол! Не бойтесь, крылатый воин летит. Взять этого воина! Так ему, еще! Беси! Хоть ты и знаешь мое имя, но я тебя не боюсь. А я очень боюсь. Думаешь, я в это поверю? А я верю, я верю! Тогда спроси у публики! Мы что, на сцене? И там сидят зрители! Но я боюсь сцены! Я тоже! Браво! Великолепный спектакль! Здорово! Да, здорово! Очень здорово! Браво! Эй, да это успех!
конечно, получилась потрясающая концовка. Жаль, что мы не можем показать пьесу еще раз. Бесси и Кол даже слышать об этом не захотят. Ну просто замечательно. Здорово! Здорово! «Лимонадные войны». Автор сценария Бетти Бирни. Озгуд! Ау! Я тебя повсюду ищу, Озгуд! Ты хочешь есть? Я приготовила черничный пирог. Вкусно! Но теперь я хочу пить. Сегодня ужасно жарко. Пойдем за лимонадом. Как бы избавиться от жары? Скорей, Кол! Иду, Бесси. Готов? Готов. Хорошо. Нет ничего лучше холодного лимонада со льдом, а? Ой, кто-то идет ко мне. Эй, молодые люди! Ну что, жарковато? Ужасно! Тогда вам не помешает стаканчик моего чудесного домашнего лимонада. Спасибо! Вот, ребята, пейте. Вкусно. Научишь, как его готовить? Да, ладно, это проще простого. Но помните, этот рецепт тайна. Значит, нам надо взять лимоны, сахар и немного мяты для аромата. Несложно. Попробуем. Пробуй. Ой, ну и жарища. Эй, это лимонад? Ваш стакан, мистер Ди. Спасибо, Блоссом. Ой, вкуснее лимонада в жизни не пил. Он похож на лимонад, который мы готовили в детстве и продавали соседям. Вы думаете, соседи купят у нас лимонад? Несомненно, купят. Думаешь, лимонад купят? Сейчас увидишь. Быстрее, я хочу пить. На здоровье. Спасибо. Вкусно. Да, но боюсь, не хватит стаканов или лимонада. Мы поможем. Я готов поработать. Идет. Покупайте у Озгуда вкусный домашний холодный лимонад. Всего 5 центов. Такую жару не жаль 5 центов из глоток воды. Ты посмотри, все покупают у этих ребятишек лимонад. Да, холодный, вкусный, сладкий лимонад. Пейте, он такой же вкусный, как и мой чудесный домашний лимонад. Сахар, мистер Пекер! Пожалуйста. Спасибо. Отдайте еще. Мистер Ди, у вас есть лимоны? Разумеется. Ты посмотри, Кол. Я тоже хочу попробовать холодный лимонад. А я хочу знать, сколько они заработали. У меня появилась идея. Похоже на лимонад. И пахнет как лимонад. Но наш лимонад будет с изюминкой. Правда? Да. Всего 1 капля вишневого сока. И получился красный лимонад. Ого. Полагаю, наш лимонад стоит дороже, чем 5 центов. Он красный.
Спасибо, Озгут. Что? Я сказал спасибо! Эй, что там происходит? Вот и все. Повесь вывеску. Покупайте у Биси новый домашний красный лимонад, сделанный по секретному рецепту. 6 центов за стакан. Невероятно! Они нас обошли! Дедушка, ты тоже? Простите, ребята, но я никогда не пробовал красный лимонад. Торговля закончена. Ну нет, пусть Биси не думает, что я сдамся. Я снижу цену на лимонад. Вот так-то лучше. Спасибо, я пошел. Этот номер не пройдет. Сахар и лимоны, мистер Пейкер. Ты уверена, Блоссом? Где твои покупатели? О нет, только не это. Лимоны и сахар, мистер Пейкер. Пожалуйста. Это я! Вот лимонный сахар для нашего чудесного лимонада! Да, но нет покупателей! Они снова снизили цену! Я куплю лимонад, если вы заплатите! Еще налить, шлеп? Нет, спасибо! Он такой холодный, что я замерз! Бррр. Мне не жарко, я замерз. Действительно холодно. Бррр. Ужасный холод. Я больше не хочу никакого лимонада. Бабье лето кончилось раньше обычного. Пойдемте лучше в тепло. Удачный у меня сегодня день. Что может быть лучше, чем зарабатывать деньги? Покупайте вкусный домашний свежий горячий шоколад. Он согреет в холодный день. Как закончим, я куплю горячий шоколад, чтобы согреться. Сомневаюсь, Блоссом. Мы потратили деньги на лимоны и сахар. О, нет! Если бы не холод, мы бы разбогатели. Ну зато мы с тобой нашли работу. О чем это ты говоришь? Мистер Пейкер сказал, что мы можем вернуть долг за лимоны и сахар, если будем работать у него каждый день, целый месяц. Работать? Я? Ты совершенный идиот! Ты мне льстишь, Биси! Никто не совершенен! Спасибо, дедушка, что угостил горячим шоколадом! Вы неплохо потрудились. На здоровье! Биси с Колом тоже работали. Верно! Такое событие надо запомнить. Не часто лентяи работают за гроши.